столице Коми полным ходом идет чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы». Сразу в нескольких учебных заведениях на параллельных площадках специалисты рабочих профессий соревнуются в своих умениях и навыках. Слесари, автомеханики, повара, хлебопекари – каждый старается выполнить работу лучше других участников. Все серьезно, никаких подсказок. За работой одного участника наблюдает сразу несколько экспертов. Например, на 5 участников секции хлебопекари приходится 11 экспертов. Нас 11, плюс еще видеокамеры, поэтому у детей должна быть хорошая стрессоустойчивость, поскольку это все-таки для них это стресс, это новое такое, скажем, ну, для, в их жизни как бы новый этап. Вот пекарь нужна стрессоустойчивость? Пекарь в профессии, конечно, обязательно, потому что разные ингредиенты, разные продукты, не знаешь, в какой ситуации, какой продукт, даже те же дрожжи, как они поведут себя, да, и представьте, если пекарь готовит, работает, там масса 100 килограмм муки, да, и, например, дрожжи не сработали, то, естественно, должна быть стрессоустойчивость, то есть мы должны быть готовы к любым таким вот испытаниям. Это только первый день соревнований. Победители станут известны в пятницу.